Всех приветствую. Закончилась пасхальная неделя. Надеюсь, вы смогли хорошо усилиться за эту неделю. Подняли свои рекорды. Сегодня вечером планирую сделать стрим. Там пообщаемся, вопросы задавайте. Кого что интересует. Так, где-то будет, наверное, в 17 по Москве. Так что приходите, пишите. Всех буду ждать. Здесь видео сейчас хочу что сказать. Вот, мы все ждем это событие, именно по рекордам, по усилениям. Многие не усиляются, тянут до последнего, копят. Я тоже так делал раньше. Пока одну вещь просто не посчитал, в принципе, можно усиляться. Многие новые вещи, они по рекордам намного ниже того, что у вас было до этого. Поэтому их можно ставить, повысится статистика, но при этом у вас рекорд не повысится. Вот, допустим, для примера просто. У меня стоят камни хаоса. Максимальные, вот, 117%. Я могу сделать, вот, допустим, мечту или свет. Вот свет скоро сделаю. 122 будет, это не усиленный даже. Заходим в центр новостей. Рекомендуется. Счет драгоценных камней. И смотрим. Регулярно нужно сюда заходить. Желательно даже выучить, что где примерно. Такс. Хаос у нас. Ну, максимальный хаос получается 9600 дает. 9668. Безупречный чистый камень хаоса. Простой камень света. 289. Ценное сокровище света 1000. Безупречное сокровище света 3300. Редкое сокровище уже превышает рекорд хаоса. 10700 идет. Максимальный свет уже идут 22 и 55. Поэтому я до безупречного смогу спокойно свет усиливать. Ставить. Не потеряв при этом по рекордам, не увеличив их. По мечте смотрим. У хаоса было 9000, напоминаю. Но самая простая мечта 1700. Второй уровень у нее 6000. Третий, второй это ценное сокровище. Ценное просто. Безупречные уже 19 тут. Поэтому мечту можно только усилить 2 раза. Даже не 2 раза, 1 раз вы ее усиливаете. С обычного в ценный. В безупречный уже усиливать нельзя. Но даже обычная, она уже дает 150. А хаос 117. То же самое касается любого другого обмундирования, статуи или эмблем. Ну, у меня вот самое простое, как вы уже знаете, вот адские у меня стоят. И скоро небесные сделаю. Осталось-то ерунда. Сейчас заглянем. О, кстати, не получается пока что. Так. Центр новостей. Рекомендуется. Счет статуи. Максимально адская 15622. Простая небесная. Обычный небесный лев 498. Ценность 1742. Безупречный 5700. Редкий 18100. То есть до редкого можно усилять небесные статуи. Безупречными их оставить. Безупречные небесные статуи. Сравним. Вот. Максимально адская дает 70%.
Безупречный небесный 85%. 15% разница, 4 статуи, 60% вы поднимаете. В принципе, все, что я хотел сейчас на данный момент сказать. Сегодня в 17 часов по Москве. Заходите на стрим, задавайте вопросы, там поговорим. Всем спасибо, до свидания. Подписывайтесь, кто еще не подписан, ставьте колокольчик.